Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и с вами новинки каталога 10, часть 2. Так получилось, что первая часть оборвалась, поэтому видео я поделю на две части. Первое, это то, что мне вам хотелось показать, на чем оборвалось предыдущее видео, это пудры. Пудры, рассыпчатые пудры, новинки, как вы видите, я их разобрала. Сейчас, значит, у нас с вами идет тут три оттеночка. Как вы видите, бесцветный практически. Этот оттеночек средний, а этот уже идет потемнее. Значит, этот 6220 с мерцающими блесточками. Этот оттеночек идет 6221 фарфоровый. Вот он мне очень хорошо подошел. Вот эти два, кстати, оба. И третий оттеночек это светло-бежевый 6222. Вот у этих оттеночков матовый эффект, да, а тут идет как бы сияющий эффект. То есть 6221 и 6222 это две одинаковые по текстуре пудры, которые просто имеют разные оттеночки. Они маскируют недостатки, придают коже прозрачную матовость, не утяжеляя макияж. На самом деле так, шикарные пудры, хорошенькие такие, мне они очень понравились по своему действию. Но они, как вы понимаете, они идут не компактные, да, не маленькие, и с собой дорожку такую рассыпчатую пудру взять будет сложно. А вот эта вот атласная пудра, которая идет 6220, да, давайте я ее прям вот увеличу сильно-сильно, да, она придает коже сияние, светоотражающие пигменты делают цвет лица более свежим, как бы подсвечивают кожу изнутри, и можно использовать для скульптурирования в сочетании с матовыми тонами. Вот такие вот три интересные пудры. Они закрыты были такими вот пластмасками, и сверху шли такие вот симпатичные спонжики. И как вы видите, зеркальце тоже не маленькое. И так вот закрывались спонжиком. Да, мне нужно было потрудиться, чтобы это все дело вскрыть и посмотреть. Да, также там внутри у нас с вами идет, сейчас я закрою, такая вот аннотация. Да, то есть название, и тут же идет страна-производитель. Сейчас попробую отковырять. Не открывается, да? На одной пудре я легко вскрыла, а на этой, скорее всего, еще не открывала просто, да? Вот. Да, вот такая вот она. Не хочет. Да? Давайте сфокусирую вам аннотацию. Тут идет и состав, и все. Да, а эта пудра идет 6 грамм. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот этот оттеночек, конечно же, для более загорелого типа кожи, потому что мне она показалась, что она немножко темновата. Да, вот смотрите. Мне она показалась темноватой. Давайте я сюда вот так нанесу. Да, вот так вот она смотрится. Она полностью матовая, без всяких блестюшек. Да, без всяких там никакого микроблеска, ничего-ничего. Она идет на самом деле как атласная пудра. Вот. Значит, вот этот вот оттеночек 6221, она уже идет такая, более светлая. Вот это мой оттеночек. Мой оттеночек, она прям сливается с кожей, вы даже не увидите ее на камеру. Потому что я ее даже вживую не вижу на себе. Реально незаметная, реально классная. Я довольна вот именно этой пудрой. А та, которая потемнее, скорее всего, я ее израсходую осенью, когда все-таки в наше холодное лето у меня хотя бы немножко загорит лицо, и она будет смотреться на мне натурально. И вот этот вот оттеночек 6221, он полностью прозрачный, он ничего не маскирует. Вернее, у меня на лице он абсолютно ничего не замаскировал. Давайте возьмем даже вот эту вот родинку, да, как вы видите, в перемешку с оттенком, да, получается более-менее светлая, да, то есть она такая с блесточками идет. И давайте же вот, ну, вот на это место нанесем ее, вот она, видите, искрится, нанесем ее вот так вот. То есть она идет
чисто для придания коже сияния, да, то есть вот уже чуть-чуть подальше, оно не видно. Такие микро-микро блесточки кучка. Если поприсматриваться, то есть блесточки такие голубоватые, желтоватые и так далее, да, как вы заметили. Различные. Вот, очень интересно. Вот, пуховочки тоже симпатичные, но, конечно, мне удобнее наносить все-таки кистью. Я люблю пользоваться кистью. Вот, такие вот три пудры. С собой их не взять. Лучше всего брать с собой пудры компактные, да, вот такого вот типа. Я на данный момент беру с собой слоновую кость 62-40 оттеночек. Она стоит 400 рублей по цене каталога. 7,5 грамм идет. Вот, мне она вот очень нравится, да. Масло жожоба, витамин F. То есть, да, и пользовалась матирующей пудрой для лица. Путь к совершенству, тоже артикул 61.12. Слоновая кость, вот именно вот слоновые кости я с собой беру в дорогу, да, или Триумф, или беру с собой 61.12. Вот, если честно, между ними для своего лица я не увидела никакой разницы, просто хорошая пудра и все. Да, вот, и вот эта вот 62.21, она мне очень понравилась. Очень понравился 62.22, или я кому-нибудь ее отдам, но предварительно предупрежу, что она открыта все-таки была, или я ее оставлю себе на осень, еще пока не решила. Но текстура сама пудры, как она ложится, как ее вообще на лице незаметно, мне, конечно, это очень подкупило, очень понравилось. И вы знаете, с удовольствием буду пользоваться вот этими двумя оттеночками, да. Вот, очень-очень меня удивил пигмент для губ. О нем немножко позже расскажу. И очень обрадовало возвращение комплексного средства по уходу за кутикулой. Это такой вот карандашик. Такой вот карандашик. Что он делает? Да, значит, он состоит из трех ухаживающих вещиц, да, вот это вот отодвигает кутикулу, далее идет, даже как сказать, вот это вот аккуратно обрезает кутикулу триммером, да, и третий шаг — это у нас идет аппликатор, который наносит масло на кутикулу, да, вот такой вот беленький, хорошенький такой аппликатор. Значит, артикул 74.31. Мне очень-очень нравится. Тут идет 2 мл. Цена у него 199 рублей по цене каталога. Это недорого. Я его беру с собой в дорогу. И так вот он у меня на столе валяется. Да, но, конечно, вот эту штучку я вам все-таки рекомендую после обработки капнуть на нее хлордексидин. Да, ну хотя бы немножко обезвредить что-то, да. В принципе, в нем надо замачивать, но хотя бы капнуть на него, да. Что делает это средство, да? А вот если взять полную на него аннотацию, то это карандаш с витаминами Е, С и маслами арахиса и ромашки, эффективно увлажняет ногти, смягчает кутикулу, стимулирует рост здоровых ногтей, удобно в применении, да. Ромашка еще и обезвреживает. То есть вот тут идет способ применения, да, то есть отодвигаем кутикулу, да, таким вот образом. А потом мы, значит, аккуратно обрезаем кутикулу триммером. И потом мы, значит, с помощью аппликатора наносим масло на кутикулу. Также давайте я вам сфокусирую составчик. Да, и очень, кстати, это масло, мне оно понравилось. После него практически не бывает никаких проблем. Вот видите, оно такое. И оно, кстати, впитывается хорошо, быстро. Я не скажу, что вы там можете одежду после его применения испортить. И прям можно им еще поотодвигать вот эту вот кутикулку, по-хорошему промокнуть, да, таким вот образом. И получится очень-очень даже красиво. Я его обязательно с собой беру в дорогу. Не дай бог, где какая-то заусенница. Я точно знаю, что это средство меня спасет. Оно всегда под рукой. Единственное, что не давайте им пользоваться никому, это только ваша кожа, вы уже тут работаете обрезным маникюром, и люди, любящие выручить, да, прийти на помощь кому-то, этим средством, конечно же, я вам не советую помогать. Следующий — это пигмент для губ, новинка.
Мне удалось заказать только этот пигмент с артикулом 44071. Их на самом деле три. Вот мой оттенок. Мой оттенок 44070. Но я только вот этот смогла, но ради любопытства я его заказала. Он мне не подходит. Он подошел, кстати, очень хорошо моей дочке. На самом деле невероятная стойкость. Невесомая текстура для абсолютного комфорта. Тут про комфорт я немножко поспорю. Да, и, конечно же, ровное нанесение для обворожительных губок – это да. Почему мне не нравится абсолютный комфорт этого средства? Оно подсушивает губки не сильно, но я чувствую сухость губ сразу же после его нанесения, буквально через 30 секунд. Вот, значит, это называется жидкий пигмент для губ. Оно идет 7,5 мл, и оно делает так, что целый день не нужно подкрашивать губы. Жидкие пигменты, которые содержатся максимально долго на губах и не ощущаются на губах, это на самом деле так, и не отпечатываются после высыхания. Да, 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 вот такая вот у него кисточка-аппликатор. Давайте сейчас с вами его нанесем. Видите, какое оно? Его можно в 2-3 слоя. И вы знаете, даже девушки, которые любят увеличивать губки, оно, как вам даже сказать, не будет заметно, что вы их там где-то за края вылезли, еще что-то. Ну, прям такое чувство, что у вас такие есть губы натуральные, понимаете? А это средство, оно не блестит, оно полностью как бы идет матовое, вот оно сливается прямо вот с губами. А сейчас оно блестит, потому что оно еще не высохло, но когда оно высохнет, и мы его вместе с вами потрем прямо вот, да, вы не представляете, какое оно стойкое. Это просто обалдеть, обалдеть. Очень удобная штучка, ну вот не мой оттенок, но хотя бы дочка моя порадуется. Вот. Также не успела сказать про витаминный мист для тела киви и авокадо. Это спрей, легкий такой вот спрейчик, да, обалденно вкусно пахнет кисленькими леденцами, вкус киви, авокадо привкуса нет. 120 миллилитров, артикул 2380. Этот аромат с тела очень быстро выветрится, но он идет не дезодорированный какой-то там спрей, а именно витаминный микс, мист для тела, киви и авокадо. Значит, что он делает? Значит, там идет энергия сочного киви, спелого авокадо в летнюю жару, также зимой, когда воздух в помещениях пересушен, кожа и волосы нуждаются в дополнительном увлажнении. Спрей прекрасно освежает и дарит ощущение комфорта, наполняя кожу и волосы дополнительной влагой и полезными веществами. Это незаменимый помощник твоей красоты. Да, вот таким вот образом он работает, то есть можете его применять постоянно. На волосы я его попробовала, вы знаете, вода водой, я не увидела ни утяжеления, ни склеивания, ни сосулек на волосах, ничего, то есть просто хорошенький такой спрейчик, да, то есть вот. На коже, конечно же, он быстро высыхает, он не оставляет ни жира, ничего, то есть это как бы как водичка, спрей, водичка витаминизированная. Вот, следующее, что бы мне хотелось вам показать, это новинка антиакне набор, да. Первое, это у нас с вами идет очищение и отшелушивание. Вот такая вот очищающая пудра для умывания антиакне, очень интересная штучка. Она идет на основе салициловой кислоты и экстракта алоэ вера, сочетает в себе глубокое очищение и увлажнение кожи. Не сушит кожу, подходит для чувствительной кожи. Значит, антисалициловая кислота, активный комплекс тут входит, аллотеин, алоэ вера и экстракт лимона. Вот такая вот симпатичная штучка, да. Вот, способ применения у нее интересный. Артикул 1673, она идет 10 грамм. Способ применения у нее нужно нанести на руку, да, немножко высыпать этого средства, и потом, значит, размочить с водичкой и уже умываться. Значит, использовать его нужно не каждый день, но часто, 3-4 раза в неделю.
Вот. Смывать нужно тщательно, используя холодную воду утром и теплую воду в вечернее время. Вот такая вот прям сос-очищающая пудра для умывания. Интересная новинка, очень интересная. Значит, экстракт лимона обладает тонизирующим, стимулирующими свойствами, повышает скорость обновления клеток, не сушит кожу, подходит для чувствительной. Да, артикул 1673. Будем пользоваться. Раз кожу не сушит, раз подходит для чувствительной, значит, умываться можно всей семье. Вот такая вот пудра новинка. А следующее, это у нас с вами идет артикул 1674. Это активный гель антиакне. Вот, он идет 50 мл. Вот, и, конечно же, тут он тоже много чего делает. Он очень полезный. Именно для, может, можно и подросткам, для, да, для проблемной кожи. То есть он для всех. Да, для всех типов кожи, у которой склонно проявление прыщиков, да, несовершенств и черных точек. Значит, может быть, поры просто расширены или утолщенный роговой слой и неровный рельеф. Значит, он эффективно борется с покраснениями, воспалительными элементами. Далее заметно уменьшает размер и красноту, оказывает антибактериальное действие, предотвращает появление черных точек и разглаживает рельеф кожи за счет мягкого отшелушивания старых клеток кожи. То есть он отшелушивает мягко, да, все мы с вами знаем, что воспаление, допустим, нельзя при воспалении пользоваться скрабом. Далее, значит, тут идет растительный комплекс, который регулирует образование кожного жира, сужает кожу, предупреждает развитие воспаления и придает коже гладкость. Также оксид цинка, который обладает антисептическим и подсушивающим действием, при нанесении на пораженную поверхность уменьшает воспаление и раздражение ткани, образует защитный барьер. А никотинамид помогает восстановить липидный барьер, глубоко увлажняет кожу, убирает следы от постакне, и в сочетании с продуктами серии Эксперт Фарма антиакне. Далее, значит, кислородный комплекс также входит, это здорово. Кислородный комплекс, он усиливает действие всех кремов, да, обеспечивает глубокое проникновение активных ингредиентов. Ну что ж, будем пользоваться. У дочки у меня есть данная такая проблемка, она у меня подросточек. Ну и последнее, значит, третье, экспресс-помощь, экспресс-преображение, точечный аппликатор с артикулом 1672 мне не достался. Да, то есть очень хотелось бы его заказать, он мне не достался. Но мне достался вот такая вот штука, как активная крем-маска для лица 2 в 1 антиакне 100 мл. Она идет с артикулом 1669, тут очень подробная аннотация, что она делает. Она так не фокусируется, да? Давайте подождем, да? То есть она у нас с вами, так, минутку, эффективно устраняет проблемы кожи, склонной к появлению воспалений, как средство для умывания, и то есть ей можно умываться и можно делать маску. Также она идет с глиной, то есть она матирует кожу, снимает красноту, сужает поры, избавляет от черных точек, если делать маску. А как умывание, она предупреждает появление прыщей и избавляет кожу от жирного блеска, очищает от загрязнений. То есть этой штучкой можно и умываться, и делать маски, тоже здорово. Ну, что я вам хочу сказать. Серии «Эксперт» я всегда почему-то была довольна. Она всегда работает хорошо, что средства для волос и так далее, и так далее. Средства для ног, там, венотоник и все такое. Я очень ей довольна и очень люблю именно вот эту вот серию, вот с этим вот плюсиком, да, «Эксперт Фарма». Обратите внимание на этот плюсик. Я всегда что-то из этой серии постоянно заказываю, потому что средства работают, они экономичные. И, конечно, вот меня заинтересовала чистая и здоровая кожа без акне и воспаления. Я хочу попробовать, да. Далее, значит, последнее, что бы мне вам хотелось показать, это такие три новинки. Два дезодоранта идет с защитой 48 часов. И один дезодорант идет с защитой 24 часа. То есть вот этот дезодорант с защитой, он не блокирует выделение пота.
То есть токсины у нас с вами не держатся в организме, да, то есть не блокируется выход токсинов, но идет без запаха. Он идет комфорт льна, запах такой рисковатый, я бы сказала, горьковатый. Ну, лен, он есть лен, да, то есть тут идет 0% спирта, это бережная защита. Вот даже тут я читала, когда аннотацию, да, я посмотрела, что именно 24 часа не блокирует потоотделение, не оставляет следов на одежде, успокаивает кожу после бритья. Да, в принципе, все вот эти три дезодоранта, они защищают кожу. Именно, как даже сказать, да, после бритья, вот. Но тут идет защита на 48 часов. И тут уже видно, что оно блокирует, да, блокирует выделение пота. Вот. И тут идет новая усиленная формула, которая обеспечивает гарантированную защиту от запаха пота в течение 48 часов. Не содержит спирта и не оставляет белых пятен на темной одежде. Успокаивает кожу после бритья, делает ее мягкой и шелковистой. Значит, очень понравился мне аромат, именно морская свежесть. Я бы его назвала морской легкий бриз, артикул 2351. И очень приятно пахнет именно цветочками вот этот вот дезодорант, артикул 2352. Прямо великолепные два аромата, очень вкусные, очень классные. Вот, поэтому, когда выбираете дезодорант компании Faberlic, да, знайте, что есть защита 48 часов, есть защита 24 часа, да. Вот, ну что ж, про все новинки я, скорее всего, вам уже рассказала. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Вот он наш пигмент, который очень стойкий, да, как вы видите, он смотрится натурально. Вот эти блесточки, микроблесточки, это как раз-таки вот эта вот пудра, да, он полностью матовый, и он смотрится не как помада, он смотрится как, знаете, натуральные свои губы, просто сочные свои натуральные губы. Здорово, конечно, да, очень удивила меня именно эта новинка, очень удивила, прям оригинально, я такого ни разу не видела. Да, вот ни разу такого не видела. Но, конечно, тон не мой. Очень жалко. Буду ждать свой тон. С удовольствием сниму видео про свой тон потом, попозже. Всем пока-пока.